это обзор, наверное, кто-то и вспомнит. Моего и старшего возраста. Некоторые тут объекты привокзальные. Они оставшиеся здесь. Вот эти дома кирпичные. Вот это вот водонапорная башня. Она у меня до сих пор перед глазами еще с детства. Также вот эти вот дома кирпичные здесь. Так они и остались. Так в основном здесь, видите, все перестроено. Дерево тоже вон высохло. Старое, не поливают его. Здесь все застроено. Конечно же, ничего не узнать. Теперь только в памяти остался у нас образ того старого вокзала. 30-летнего или 40-летнего даже, 50-летней давности.